На пресс-конференции мне был задан вопрос, какого это числа было, 28-го. Да. Я сказал, сегодня я в отставку не собираюсь. В выходные дни приехали дети, мы поговорили, посмотрели наши семейные планы, приняли решение о перемене места жительства. Поэтому и появилось мое обращение в городской совет с составлением плана. Личные обстоятельства. Специфика деятельности и администрации города говорит о том, что на сегодняшний день город к зиме подготовлен. Середина января, начало февраля, самое время, когда вот затишье вот во всех этих вещах. Весной и летом начнутся серьезные ответственные мероприятия, связанные с реализацией всех проектов, которые будут, и подготовки города к новому отопительному сезону. Это сейчас, на мой взгляд, в этом отношении самое подходящее время. Итак, прошу голосовать за проект решения. Кто за то же? За проект решения. Спасибо. Единогласно. Дорогие друзья, позвольте мне в вашем лице поблагодарить вас лично и всех жителей города Назарово за помощь и поддержку, которую вы оказывали мне и моем лице администрации города в решении тех задач, которые стояли перед городом. Сколько чего сделано, все видят, все понимают. Я просто хочу ответить, знаете, вот приятно идти вперед, понимая, что за твоей спиной надежный тыл и поддержка твоих соратников, депутатов. Поэтому, какие бы ни были у нас здесь трения, разногласия при принятии решений, мы когда принимали решения, мы пытались их реализовать в полной мере. Поэтому огромное спасибо. Не все удалось решить. По-прежнему остро остается вопрос содержания железнодорожной сети и капитального ремонта дорог. Хочу донести до вас информацию о том, что переговоры по этому поводу проводились нами, и в будущем году, вернее в этом году уже, город получит дополнительные средства на проведение капитального ремонта дорог. Полигоны, все остальные, те вопросы, которые в один год не решим, но поверьте, все понимают нашу ситуацию, и правительство Красноярского края принимает меры к тому, чтобы помочь городу решить эти вопросы. Я остаюсь на связи. Всем большое спасибо. Спасибо за принятое решение. Да. Оглядываясь назад, конечно, парки, скверы, там Березовая роща, памятники и все остальное, сделано много. Что-то хотелось лучше, что-то хотелось как бы это, но поверьте, от чистого сердца. Спасибо вам за то время, которое мы проводили вместе. Хотелось бы высказать позицию не о вашей работе. Вот здесь из всех присутствующих, наверное, вот я, Сергей Александрович, и вы теперь прекрасно понимаем, да, Сергей Александрович, что чувствует человек в последний свой рабочий день. И это, наверное, ну, самый непростой день в жизни человека, один из самых непростых дней. Скажу вам то, что я бы не сказала Сергею Александровичу, когда бы он находился в постах главы города. Вам скажу. Вы, Сергей Иванович, очень хороший человек. Это правда. Но, к огромному сожалению, хороший человек, как известно, не профессия. Вы сказали, что вы уезжаете в другой город. Я бы вам хотела пожелать, чтобы вы оставались таким же хорошим человеком. И на новом месте работы проявляли, быть может, ну, большую силу характера. Не доверяли людям, которые говорят, что они с вами одна команда, что они вас поддержат, потому что люди это делают не всегда. Поэтому удачи вам на новом избранном вам пути. Спасибо большое. Спасибо. Ну, Сергей Иванович, тоже я хотела бы поблагодарить вас за работу совместную. Городской совет вы всегда приходили, всегда отвечали на вопросы, которые мы задавали вам здесь. Мы совместно с вами искали возможные пути решения данных вопросов. Многое было задумано, начато, и я думаю, что оно все-таки будет продолжено, потому что та основа, которая она заложена, я думаю, что она не должна уйти в небытие. И мы, работая еще здесь в депутатском корпусе до своего истечения срока, будем, конечно же, смотреть и контролировать решение тех вопросов, которые будут здесь. И, как Юлия Алексеевна говорит, вы принимали, работали над бюджетом, мы его принимали, и действительно нам до конца нашего срока еще есть время с этим бюджетом отработать и реализовать те задачи, которые были намечены уже здесь при принятии бюджета. Еще раз большое спасибо и удачи. Спасибо. Уважаемые депутаты, прошу извинить. С вашего разрешения, я могу удалиться? Но вы же еще глава. Я к чему? Потому что это место было пустым только на время этого заседания. А дальше было занято. Еще есть нерешенный вопрос. Да, еще есть много вопросов. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, Сергей.
Спасибо.